Мистер Киев, окраина. Надо играть так, чтобы всем было хорошо. Мистер... Я легкая окраина мистера Киева. Я в тебе не люблю, Киеве мій. Что-то интересное, ну такое. Башня такая. А вообще-то, вон всякие домики тоже. Такие. Непростые. Клава. Элитные квартирки. Дачки, дачки такие. Хорошая. Хорошая. Так хорошо играли. Спасибо. Это не мечеть случайно? Не знаю. Еще бы играл. И я совсем забыл про эти рисунки. Когда я был маленький, я пытался нарисовать все, как мы работали, отдыхали, веселились. Ребята, ваша находка – это история нашего леса. Чего вы так нашли давно забытые рисунки? Мы положили на чего всю историю леса. И не только недавно, но и самый-самый древний. Нас закрыли. Сейчас будут мыть. Мы в пене. Заехали сейчас помыть машину. Заехали сейчас помыть машинку нашу. Подальше, подальше. Это по дороге как раз. Возле Киева, да, за Киевом немножко. Угу. Вот, и у нас она грязненькая была. Видно, как нас моют. Да? Да, сзади стекло. Девочки смотрят мультики. Маша. Что? Интересно? Вон дядя, смотри, возле тебя. О, о, ну-ка, где? Ну, теперь здесь дядя. Теперь здесь дядя. Ой. Упс, упс, упс. Будет блестеть будет машинка. А что у нас это включено? Да не надо. Подсветочка. Да, ты для лучше. Меня включил? Надо выключить. Горит постоянно. Что же это такое? Куда это годится? Все время горит и горит. Горит и горит подсветка. Ну давай пока нас моют, расскажем немножко. О себе. Пока нас моют, расскажем немножко, как мы, жалеем или не жалеем, что поехали. Потому что очень мило. Многие спрашивают, боже, как вы решили зимой с двумя детьми ехать? Я хочу сказать за себя, абсолютно не жалею. Даже то, что приключение с нами приключилось. Да, с нами такие были приключения, о которых надо экстра... Сделать репортаж. Ну, я рассказывала. Ты же рассказывала? Я рассказывала, да, что как мы застряли там, вот как остановились. Не застряли, а заглохли. Мы не то, что заглохли, мы не приехали в город, а нас везли. Да, ну я, в общем, рассказывала это уже. Даже несмотря на это, все равно, я не жалею. Ты жалеешь, что... Я не жалею, но мне наоборот понравилось приключение. Очень классно. Главное то, что есть что вспомнить, есть впечатления какие-то. И, ну, классно, конечно. Еще спрашивали, как с детками, да, вот ехали. Знаете, очень хорошо ехали, нормально все. Очень классно, что мы купили как раз перед отъездом вот эти телевизоры. Вот, и дети смотрят мультики свои любимые. Когда мы ехали сюда, в Украину, я все на флешку записала. Когда шумно было, я записала на флешку мультики их любимые, они смотрели сюда. А здесь уже в Украине я купила также на русском языке. Нас моют, ругают. Купили также их любимые мультики, диски, и вот они сейчас смотрят также. Лунтик Мила очень любит, Маша и всякие. И вот это спасает, конечно, что дети не скучают, есть чем заняться. Естественно, периодически останавливаемся. Вот,
там Дима ходил на заправку, Милочку брал, чтобы она немножко прошлась. Потом я с Машей, чтобы в туалет сходить, тоже дети прошлись, немножко все развеялись. И так нормально, все хорошо, мы с ночевкой, естественно, ехали сюда, ночевали, назад будем ехать, то есть уже едем. Также, думаю, в Польше, наверное, скорее всего, заночуем, но там будет видно, как мы будем подъезжать. Также может возникнуть вопрос, и я в том же, что ехали в Украину. Это, естественно, я все постирала, мне просто в этом костюме очень удобно. Также детям я то же самое одела, потому что очень удобно. Дима немножко сменил одежду. Я не могу в одном и том же два раза. Он у нас модник. Так, все, ладненько, нас домывают. Ну так, сейчас вот мальчик смоет, и потом еще воском. Это уже с воском. Делаем. А, это уже с воском. Ну и потом вытрет и все. И мы поедем дальше. Будем все, конечно, документировать. Фиксировать. Записывать. У нас стала не очень хорошая погода. Идет дождик и также дождь со снегом. Там больше прям мело снегом, а здесь уже дождик. Выезжали, было солнышко, чистое. Ой, выезжали, вообще солнце такое, да. Малые спят, Юра спит, Маша спит, Дима рулит или рулит. Рулю. Жалко только не погода. Солнышко такое было вообще обалденное. До Киева, да, и после Киева еще немножко. А потом вот все, тучи как затянуло. А сейчас вот прямо там сзади так мело. Я не успела снять, а здесь дождик. Хотя все было нормально дальше, нормальная погода. Это мы сейчас едем на Ровно. Еще, думаю, не очень далеко нам до Ровно осталось. Посмотрим, если там будет что-то стоять. Сколько осталось еще? Заехали. Проснулись, мы в отеле сейчас позавтракать решили. Вот польское меню. Так, ну какое? Покажи то, что мы выбрали. Так, вот это мы детям взяли. Яичко. Я не хочу. Кто понимает, может даже по-английски. Я не яичко. Там в отеле с Машей мед, булочка, джем. А мы вот это себе взяли меню. Что? Яйца жареные, яйца, джем. Что такое джем? Папа, что такое джем? Джем — это такой, как повидло. Хороший ресторанчик, хороший отель. Мы тут раз остановились в другом отеле. Мама, хочу сказать всем привет. Еще на себе не... Слушай, им надо взять пару чисто. Овы. Им не надо рассказать. Помаши привет. Все, сейчас будем ехать мама, дальше. Мама, ты всем сказать. Привет, мальчики и девочки. Молодец. Наш завтрак. Жареная яичница, творожок. Это у детей мы взяли. Мы принесли тоже так, творожок на тарелке красиво, но они не захотели. Яичко. Яичко. Сейчас машину поднимем, будешь сидеть в машине. Какао, какао. Мир ковредничает. Какао будешь? Какао будешь? Давай какао. Покажу немножко Польши кусочек. В Польше очень много лесов. Это под Варшавой. Это под Варшавой мы уже едем, да, уже. Скоро выйдем на автобан. Выезжаем с Варшавы, выйдем на автобан, и уже до Германии будет автобан. Леса, леса, леса вокруг. А. Мы не ушиблись, как им и надо. Больше не будут ни над кем шутить.
Простите нас. Мам, мы правда больше не будем. Ой, красота вообще. Да, мы все исправим. Спит. Вовсе не ты его спать уложила? И, конечно, такие лунтики смотрят. Не станут. А красить забор оказалось очень даже интересно. Так, сейчас мы будем платить за автобан. Вот. А по билетику это, да? Не-не, тут платить, по-моему, вон там окошко. Да. У тебя, да. Не грусти, Сосата. У меня есть вкусные идеи, которые тебя развеселят. Обещаю. Не кричи. Ну да, зеленый горит. Что тут происходит? А, тут автомат, точно. Опять автомат, опять мы берем карточку. И дальше на следующий отдадим эту карточку и будем платить. Вы не можете развеселить мою дочь. Я с радостью отправлю вас работать в мои оливковые шахты. Понятно вам? Карточка. А, ну и здесь, наверное, сколько проехал, да, это такая цена. Смотря сколько проехал. Так, покажу сейчас, какие злоты. Вот это 100 злотых польских. 30 евро. Нет, 25 евро. 20 злотых. Такие. Так, что-то мне запотело. Нет, не фокусирует. Ола, все, вот здесь мы платим. Поспешите, если хотите попробовать мой суп. Я бы раньше попробовал твой суп. С радостью. Мне так нравится этот суп. Ему нравится мой суп. Интересно, что на него нашло? Кошмар, а может он болен? Какая прекрасная картина, прекрасный сеньорит. Я в восторге. Спасибо. Скажите, смотрите, почему ты запила нас? Сколько стоило? Терпеть не могу, петь иначе. 10 злотых. Кошмар, у меня двоится в глазах. 10 злотых, вот сколько мы проехали вот эту часть. А сколько мы проехали, я не помню уже. Сколько мы приблизительно от того до того? Граница Польша-Германия. А, тут меняют. Контур меняют, видно. Деньги? Не беспокойся, господин Лютик. Валючки. Опа, опа, опа. Какая красота. Простите, он спит.
подъезжаем уже к нашему Вестеркаплену. Да, дочь. Полдевятого сейчас мы, получается, с Польши как выехали. Мы тоже с гостиницы в полдевятого. И сейчас мы в полдевятого подъехали уже домой. Ровно 12 часов мы ехали. Ну, естественно, с остановками, да, с паузами. Да, доча. С приездом.